7 ноября 1927 года в лесу около Соликамска был забит первый колышек для колейной шахты. С этого дня идет летоисчисление строительства первого колейного комбината. На торжественном митинге, посвященном началу проходки первой шахты, установили деревянный шест, подняли красный флаг и поставили задачу построить железную дорогу. И уже 7 ноября 1928 года на станцию Соликамск прибыл первый поезд.